Мир животных суров, и выжить в нем может только сильнейший. Сегодня представляем вам 10 шокирующих сражений животных, снятых на камеру. Жираф против льва. Вы видите впечатляющую битву жирафа со львом на равнинах Африки. Многие могут подумать, что жираф будет легко сражен королем джунглей. Но это не джунгли. И травоядное животное использовало свои длинные ноги и высокие прыжки, чтобы обезвредить хищника и победить. Жираф не просто сразил льва, но еще раз 8 потоптался по нему. Кобра против мангуста. В следующем видео два относительно небольших, но упрямых животных сходятся в смертельной схватке. Кобра и мангуст устраивают зрелищный бой до тех пор, пока мангуст не кусает кобру за голову и побеждает, даже несмотря на превосходство соперника в размерах. Крокодил против змеи. В этом бою австралийский крокодил сражается с гигантской змеей. Сначала крокодил сдавливает змею между зубов. Питон выскальзывает, делает виток вокруг крокодила и начинает его душить. Противостояние длилось около 2 часов, и змея вышла победителем, хотя тело крокодила было в 10 раз больше. Крокодил против ягуара. В этом шокирующем видео ягуар неожиданно появился перед крокодилом. Он запустил свои зубы в бок рептилии, чтобы сразить противника. После нанесения крокодилу смертельных травм, ягуар спокойно переносит свою добычу. Змея против мангуста. Змея увидела выводок мангустов и тихонько подкралась, чтобы напасть на них. Мангуст кусает змею за голову, и они начинают сражаться. Змея охватывает мангуста и начинает душить. Но юркое животное освобождается и наносит змее смертельные укусы, тем самым убивает ее. Вот на что способен маленький зверек ради спасения своего потомства. Акула против осьминога. На этом видео акула спокойно плавает в океане до тех пор, пока не сталкивается с осьминогом, который маскируется под коралловый риф. Осьминог поднимается и охватывает своими щупальцами тело акулы. Осьминог побеждает акулу, несмотря на то, что стоит намного ниже в пищевой цепочке. Гиена против льва. Во время этого поединка между гиеной и стаей львов, гиена пытается спастись бегством. Тем не менее, львы быстро догоняют гиену и окружают ее. В этом поединке более крупные хищники вполне ожидаемо стали победителями. Кобра против орла. В следующем противостоянии кобра и орел сталкиваются лицом к лицу. Орел пытается воспользоваться своим весом и схватить кобру. В свою очередь, кобра пытается укусить орла. Тем не менее, орлу удается нанести смертельный удар. Тигр против льва. В этом поединке, снятом глубоко в джунглях, лев сталкивается с тигром. Хищники сражаются часами, кусая друг друга, чтобы выяснить, кто из них сильнее. И вот тигр терпит поражение в схватке с более массивным львом, подтвердившим свой статус настоящего короля джунглей. Лев против быка. На этом видео, снятом в Африке, видно, как лев, который пытается поймать быка, неожиданно попадает в окружение еще 2 быков, которые спасают своего соплеменника от гибели. Гигантский бык подбрасывает льва в воздух. Поединок продолжается еще некоторое время, пока животные не расходятся во свояси со значительными повреждениями. Мы считаем, что бык все-таки выиграл этот поединок. Канал Олега Кошевого, видео, копи, многое другое. Каждый с детства мечтает найти клад или что-то ценное. В наше время это стало возможно с помощью металлоискателя. Видео на канале Олега посвящены процессу поиска кладов, а также вы увидите по ссылке из Китая, обзоры и розыгрыши. Подписывайтесь на канал, ссылка будет в описании. Друзья, какое из сражений вызвало у вас больше всего эмоций? Напишите в комментариях. Жмите палец вверх, если понравилось, и подписывайтесь на канал ВОЗ.
Чем больше вас, тем больше интересных сюжетов.